recon on you. 2-6. Fly heading 1-3-0. Report the field in sight. Fly heading 1-3-0. Report the field in sight. Abikan Albia 2-6. Center. Abikan Albia 2-6. Abikan Albia 2-6. Clear visual approach. Runway 1-4. Right. Contact tower on 1-1-8.60. Cleared visual approach. Runway 1-4. Right. Contact tower on 1-1-8.60. Abikan Albia 2-6. Tower, Abikan Albia, 2-6. Abikan Albia, 2-6, runway 1-4, right, you're clear to land. Runway 1-4, right, Abikan Albia 2-6. $300 $200 Sink rate. Sink rate. $100 Airspeed low.
Thinking. $2,500.
Они властелины небес. Выходим на старт. Даю высоту полета 360. Наши жизни в их руках. Пилоты. А что, если пилот не понимает, что делает? Он повернул так и нырнул носом вниз. Самолет разбился об воду, все погибли. Ошибки пилотов приводили к самым серьезным катастрофам в истории авиации. Увы, он неправильно действовал в данной ситуации. Стремление уменьшить ошибки пилотов стало большой задачей авиации. Десятки миллионов фунтов брошены на эту проблему. Философия аэробуса такова. Возможен самолет стойкий против пилотов. Не зайдем ли мы далеко, избавляясь от ошибок пилотов? Вдруг такие разработки приведут к другим катастрофам? Авиакатастрофы. Совершенно секретно. Ошибка пилота. Кантас – самая надежная авиалиния в мире. Ни один из ее крупных самолетов не попадал в аварии. Но осенью 2008-го эта репутация повисла на волоске. Рейс Кантас номер 72 из Сингапура в Перт. Это Airbus A330, один из современнейших самолетов в мире. Его экипаж оснащен новейшей технологией, которая делает полет безопаснее. На борту свыше 300 путешественников. И вот с приближением к австралийскому побережью самолет неожиданно выполняет ряд странных и...
300. Six.
покупку. О, супер. Отлично.